Сегодня наш бизнес-тур жилой комплекс Новый, город Гурьевск, улица Каштановая. Дом восьмиэтажный, он сдан, двухподъездный, находится в комплексе жилых домов. Вот они, уже сданные несколько лет назад. Здесь обжитой комплекс, детские площадки, парковки, новый детский сад вот там. Тур организовал Энмаркет. Количество домов, получается, у нас 10 домов многоэтажных и 6 домиков трехэтажных. Первая очередь, вот мы построили, сдали 2 года назад, 6 одноподъездных трехэтажных белокипарных домов. Вторая очередь, это был наш 10-й и 9-й дом, 5-этажные, сдались они в сентябре прошлого года. Это дом номер 8 по генплану, сдается через неделю. Вот. Следующий дом номер 6 по генплану ведется строительство, и первичная сдача декабрь 18-го, но возможно и раньше. И на этой площадке еще будет 6 домов, заложенные, построенные за дом. 8 сдачи, естественно, вот эта бетонка, по которой вы заезжали, будет выслана вся вот такой тротуарной плиточкой, все облагорожено. То есть каждый дом у нас имеет свой земельный участок. То есть у нас не общий участок, а на каждый дом идет отдельно свой кадастровый номер. И жильцы после сдачи дома вправе выкупить его в собственность, взять в аренду, огородить, шлагбаумы поставить и так далее. В этой однокомнатной квартире достоинство две лучшие. Она по стоимости такая же, как и стандартные квартиры, но при этом здесь вот еще дополнительно такое, такая. Поэтому у нас весь квартал, где 10 домов, у нас своя КНС. Вот. И она обеспечивает весь микрорайон. Вот. То есть, вот видели, да, вот это да. И вторая лучшая. Это очень интересно. Да, очень интересно, при том вот здесь двухполое панорамное окно очень красиво. Ограждение кованное для того, чтобы было безопасно. Двухкомнатная квартира, 55 метров. Отличие то, что здесь два окна, она очень светлая. И прекрасный вид на город. Можно, да? Да, что вам здесь нравится или наоборот не нравится в этом комплексе? Достаточно оригинальное решение лоджии. Можно использовать как маленький кабинет. Угу. Здесь можно оборудовать спальню для взрослых. Вот. А там сделать реально кабинет. То есть, если кому-то надо вечером поработать, то вполне встает стол. Компьютер вот, можно, да? Компьютер, да. И ты тихо работаешь, никому не мешаешь. Угу. Спасибо. Так, это вот мы на 8 этаже. Здесь прекрасный вид. Там вот озеро. Да, однокомнатные в этом комплексе стоят 1 600 000, 1 700 000. В данном случае мы имеем подарок отделения на 8 этаже. Здесь как раз таки 1 600 000. А двухкомнатные 2 300, ну плюс-минус, в зависимости от этажности и этажа. А сколько еще домов будет построено здесь? Еще 6 домов будет построено рядом с этим комплексом. Ну, цены будут известны чуть позже. А сейчас вот есть данных домов. Да, конечно. А еще вот, посмотрите, на Надик. Вот здесь вот сказочный город.